Приветствую вас, дорогие наши зарегистрированные пользователи и инвесторы Skyway Invest Group. Я Андрей Хавратов, являюсь генеральным директором группы компаний Skyway Invest Group. И это видео я пишу специально для вас, потому что есть потрясающие новости. Будьте очень внимательны. 3-5 минут. Послушайте очень внимательно то, что я хочу сейчас вам донести. На сегодняшний день прошло 1,5 года с того момента, когда организовался Skyway. И год, как организовалась Skyway Invest Group. В течение этого года мы с вами, со многими, очень хорошо сделали, очень большой сделали вклад в развитие Skyway и видим сегодняшние результаты. В конструкторском бюро в Минске, в Беларуси уже работает более 150 человек. То есть большая часть из этих людей конструкторы, более 100 человек. То есть это те люди, инженеры, которые создают самое ценное, дорогие друзья. Они создают техническую документацию, по которой будет делаться и экотехнопарк, и остальные проекты. Это самое главное, дорогие друзья, что необходимо понимать. И когда мы еще не вышли на строительную площадку, я многим объяснял, что, дорогие друзья, конструкторское бюро – это наш мозг. И мы на сегодняшний день финансируем наш мозг. Но с октября месяца вы все видели, что 17 октября был заложен нулевой километр. Была заложена уже основа строительства, и сегодня строительство идет полным ходом. Вы видите, что еженедельно идут отчеты по строительству, дорогие друзья. И в эти замечательные моменты мы хотим сделать огромные подарки нашим клиентам, нашим инвесторам, дорогие друзья. Вы знаете, что есть такое слово, как дисконт. И вы можете почитать по ссылочке ниже, что такое дисконт, что такое венчурная премия. Так вот, на сегодняшний день, по сравнению с теми людьми, которые были 1,5 года назад, потому что вот я, когда сделал вклад в развитие компании Skyway, мой дисконт был 1500. То есть за 1000 долларов мог купить 1,5 миллиона акций. Сегодня же, конечно, 1,5 миллиона акций стоят уже 5000 долларов. Почему это происходит? Потому что есть такое понятие, как венчурная премия и риски. Чем ближе к реализации проекта, тем меньше рисков. Так вот, дорогие друзья, у вас есть уникальная возможность зафиксировать свой дисконт на 6 месяцев. Внимательно изучите те новости, которые сейчас выйдут. Но я хочу сказать, дорогие друзья, что у вас есть возможность в ноябре месяце зарезервировать за собой право специального дисконта на 6 месяцев с декабря по май включительно. То есть вы выберете любой АИБ, который вы увидите, либо АИБ за 30, и либо АИБ за 500, либо АИБ спецдисконт за 1000. Вы посмотрите обязательно, что вы можете и что это означает для вас. То есть если вы выбрали, к примеру, АИБ, который стоимостью 500 юнитов, значит, вы фиксируете дисконт, который там указан, и каждый месяц вы принимаете на себя обязательство, что вы будете делать вклад по 500, по 500, по 500 в течение 6 месяцев. И тогда каждый раз резервируется за вами дисконт. То есть это то, что многие просили сделать так называемую рассрочку. Вот это принцип рассрочки, и вы это получаете, дорогие друзья. Поэтому воспользуйтесь этой возможностью, потому что такие возможности больше никогда не будут. Вот как дисконт был 1500 один раз в жизни, точно так зафиксирование дисконта есть у вас только один раз в жизни. Потому что на сегодняшний день к нам идет огромное количество, вы себе даже не представляете, сколько я веду переговоров каждый день с профессионалами в области работы с людьми. То есть те люди, которые работают во многих направлениях и доносят информацию до людей, они приходят к нам в связи с этими геополитическими ситуациями, экономическими, предколлапсовыми ситуациями, которые происходят в мире. У нас уже более 140 стран, которые участвуют. Только недавно мы получили через Google переводчик, с одной стороны, я не буду какой, который говорит, я загорелся этим проектом, я хочу, чтобы этот проект был в моей стране, я хочу реализовать этот проект в своей стране. А там, в этой стране, дорогие друзья, ни много, ни мало, больше 100 миллионов человек живет. И эта страна, которая уже есть в наших планах. Поэтому, дорогие друзья, воспользуйтесь этим шансом, потому что такого больше не будет. Это самая главная новость, которую я хотел вам сказать. И второе, очень важный момент. Заходите в личные кабинеты свои, смотрите каждый день новости. Я хочу вас настроить на очень серьезный момент прогресса. Потому что, вы знаете,
На сегодняшний момент много людей смотрят всякие негативные новости. Они смотрят телевизор по несколько раз в сутки. А где же эти новости? Подпитаться негативом. У нас каждый день иногда 2-3 новости бывают на сайте. Поэтому заходите и смотрите эти прогрессивные новости. Будьте прогрессивным человеком. Получайте то образование, которое мы даем. И мы с вами очень быстро реализуем наши совместные намеченные цели. Пока-пока. С вами был Андрей Хавратов.